Михаил Артемов из Абакана возмущен. В последнее время что-то случилось с маршрутом номер 3. На остановке приходится стоять по часу. Мужчина спрашивает, что случилось и когда ситуация изменится. В управлении коммунального хозяйства и транспорта подтвердили, маршрут номер 3 стал нерегулярным. На линии ежедневно должно быть 7 автобусов. Муниципальный – один. И свою работу он выполняет без сбоев. Остальные машины на линии частные. С ними и возникли проблемы. Предприниматель выпускает на линию не весь предусмотренный лицензией транспорт, а лишь минимальное количество машин, чтобы не нарушить соглашение и не лишиться маршрута. Формально все по закону. Сейчас мэрия пытается договориться с коммерсантом об увеличении автобусов на линии.